Саш, Костромин, может быть, уже встать на место? Прям сразу по месту точно поставить. Сейчас, Александр Алексеевич, подождите, вы пока не выходите. Сейчас, Александр Алексеевич, чуть-чуть назад хотя бы с края сцены, чтобы было чуть-чуть прокол. Да, пожалуйста. Сегодня уместно вспомнить стихи фронтовых поэтов, которые не дожили до этого дня. Памяти поэта, погибшего на фронтах Отечественной, Михаила Кульчицкого, Борис Слуцкий. Давайте после драки помашем кулаками. Не только пиво, раки мы ели и лакали. Нет, назначались сроки, готовились бои, готовились в пророки. Товарищи мои, теперь все это странно, звучит все это глупо. В семи соседних странах зарыты наши трупы, и мрамор лейтенантов, фанерный монумент, венчание тех талантов, развязка тех легенд. За наши судьбы личную, за нашу славу общую, за ту строку отличную, что мы искали ощупью, за то, что не испортили ни песню мы, ни стих. Давайте выпьем мертвое во здравие живых. Ну да, чайки это души матроса, а березки души солдат. Видишь, как светло и сурово вступил березовый строй. Что же убивают снова два шакала с бензопилой? В рощу не показывать носа и валить живо назад. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Не робей, морская пехота, списанная Богом в запас. Мы еще решаем чего-то, остается выбор у нас. Гимнастерки мы и тельняшки, гимнастерки и гимнастерки мы и тельняшки, без козырки и сапоги. Полы наши, окопы наши, мы солдаты, мы моряки. На крыле рассвет будет роза, на стволе багровый закат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат. Чайки — это души матросов, а березки — души солдат.